В селе Левково на водозаборном узле номер 42 глава округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с подрядчиками. Обсудили реконструкционные работы. Всего в планах у нас по поручению губернатора Московской области реконструкция 8 водозаборных узлов. В общей сложности чуть больше 50 тысяч человек получит в конечном итоге качественный продукт, это питьевую воду. Мы улучшаем не только качество воды, но и характеристики, такие как напор, расход, все, что с этим связано. Мощность водозаборного узла рассчитана на 2000 абонентов. Работы планируется завершить в 2025 году. Здесь предстоит поставить станцию водоподготовки, который будет подготавливать воду до соответствующих нормативов, заменить две насосные группы, отремонтировать две скважины, отремонтировать резервуары чистой воды, сделать гидроизоляцию наружную и внутреннюю и отремонтировать здания насосные, которые подают воду непосредственно уже к жителям. Соответственно, сделать благоустройство территории, посадить несколько деревьев, заменить забор, поставить видеонаблюдение, освещение, соответственно, привести площадку в соответствии с действующими нормативами. Одновременно с этим в поселке Лесном запланированы работы по разработке проектной документации для проведения реконструкции водозаборного узла номер 6 с установкой станции водоподготовки. С небольшим отставанием идет у нас ВЗУ в Лесном, потому что объект достаточно большой производительности, объект сложный. Связано это с тем, что долгие годы объект эксплуатировался без, собственно говоря, надлежащей оформленной документации. И при выполнении проектных работ мы столкнулись с тем, что вся разрешительная документация оформлялась по новой. Проект реализуется в соответствии с государственной программой развития инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами. Анастасия Спирина, Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.